Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история. Древний мир. 5 класс» за авторством Уколовой, серия «Сферы». Параграф 9. Древний Египет. Страна на берегах Нила и ее жители. 5000 лет тому назад в Северной Африке, в нижнем течении реки Нил, зародилась цивилизация Древнего Египта, ровесница цивилизации древнейшего Шумера. История Древнего Египта делится на три периода – Древнее Царство, Среднее Царство и Новое Царство. Нил – река жизни. Река Нил берет начало в Центральной Африке и течет на север, к Средиземному морю. Перед впадением в море Нил образует широкую дельту. Дельта – это низменность в устьях рек. Устья – это место, где река впадает в море, в озеро, ну, в общем, впадает куда бы то ни было. Так вот, иногда река образует дельту, то есть широкие рукава, то есть одна большая река разливается на широком пространстве на относительно небольшие речушки, образуя невероятно плодородную и широкую дельту. Дельта – это определенный такой треугольник, и название происходит от древнегреческой буквы «дельта», которая как раз-таки в виде треугольника. Во время разлива дельта полностью затопляет земли вдоль берегов. На них оседает плодороднейший ил, делающий почву очень плодородной. Жизнь древних египтян полностью зависела от реки, поэтому они считали Нил богом Хапи, а свою землю – даром этого бога. Древние греки дали стране на берегах Нила название Египет. Жизнь земледельцев на берегах Нила. Год земледельца делился на три сезона. Сезон разлива Нила приходился на июль-ноябрь. К этому времени вырывали канавы. Поля окружали насыпами, чтобы задержать воду, и она впиталась в землю. В месяцы, когда не было сельскохозяйственных работ, крестьян призывали на государственные работы – строительство храмов, гробниц, дорог. С середины ноября наступал период пахоты. Землю вспахивали сахой или деревянным плугом. В плуг впрягали волов. Египтяне выращивали пшеницу и ячмень. Древний Египет был настоящей житницей древнего мира. Египет становится единым государством. Поселения на берегах Нила сначала объединялись в небольшие города-государства – номы. Их было около 40. Номы воевали между собой. Наконец, они постепенно объединялись, и возникло два царства – в верхнем течении Нила – Южное царство, это был Верхний Египет, в нижнем течении Нила – Северное царство, Нижний Египет. Войны между двумя царствами закончились победой Верхнего Египта. Его царь Мина объединил страну и короновался сразу двумя коронами – белой и красной. Это произошло примерно за 3000 лет до нашей эры. Столицей государства стал город Мемфис. Впоследствии правители Древнего Египта неоднократно переносили свои столицы. Правителя Древнего Египта называли фараоном. И почему было две короны? У Верхнего Египта корона была белой, а у Нижнего Египта корона была красной. Жизнь в городе. В Древнем Египте было много городов. Фараоны имели дворцы в столицах и в самых крупных городах. Дворцы были окружены садами, искусственными водоемами. В садах росли красивые деревья и цветы, водились диковинные животные и птицы. Знатные египтяне старались подражать фараонам. Они также жили в прекрасных дворцах, устраивали пиры, на которых гостей развлекали музыканты, танцовщицы, акробаты. Состоятельные горожане жили в собственных домах, построенных из сырого глиняного кирпича. Горожане победнее жили в двух- или трехэтажных домах в маленьких душных комнатах, где почти не было никакой мебели. Древесина в Египте была невероятно дорогой, поэтому люди спали на обычных циновках буквально прямо на полу. И мужчины, и женщины носили парики, пользовались косметикой, ярко подводили глаза. Все вот эта косметика, она делалась для защиты от болезней. Основной пищей у египтян был хлеб и похлебка из зерна. К столу состоятельных египтян подавалось мясо птиц, домашних животных. Особенно египтяне любили говядину, употребляли в пищу много разных овощей и фруктов. В египетских семьях очень любили детей.
Для них делали игрушки, иногда движущиеся. Подрастая, дети играли во взрослые игры, например, в собак и шакалов или в сенет, игру, напоминающую нарды. Дети увлекались и подвижными играми, вроде обычных салочек. Семья в Древнем Египте. Семья считалась большой ценностью. Женщины пользовались уважением в обществе, они имели право на имущество, могли обращаться в суд. В простых семьях ребенок до 3 лет почти не расставался с матерью. Девочек обучали дома, мальчиков отправляли в школу, где их учили письму, счету, религии. Образованный юноша мог легко продвинуться на государственные службы, даже если происходил из небогатой семьи. Но от себя добавлю, что обучение было платным, поэтому далеко не каждая семья могла отправить мальчиков на обучение в школу. Но если такая возможность появлялась, тогда да, мальчик мог стать писцом и безбедно жить сколько угодно до самой старости. Вопросы и задания. Докажите справедливость названия страны «Дар Нила». По сути дела, без воды и солнца жизнь невозможна. То есть нужны 3 пункта – солнце, тепло и обязательно вода. Плодородная земля не обязательно. Растения в принципе могут вырасти и на самом обычном песке в пустыне. Лишь бы была вода, солнце и тепло. Вот в Египте все это было именно вдоль реки Нил. Поэтому Египет – это действительно цивилизация, которая была порождена этой великой рекой. До сих пор в Египте все основное население живет вдоль этой великой реки. Жило в 5000 лет назад, продолжает жить и сейчас. По сути, долина реки Нил – это самый большой оазис на планете Земля. Именно вдоль этой реки есть вода, там можно жить, там можно заниматься земледелием, там можно строить города и так далее. Почему египтяне получали большие урожаи зерна и овощей? На Ниле не было в то время, в древности, никаких плотин и дамб, поэтому река разливалась достаточно широко. При этом во время разливов река поднимала большое количество плодородного ила. Этот ил во время разливов оседал на землях, где река разливалась, и таким образом создавал очень плодородное удобрение на огромном количестве самых разнообразных полей. Поэтому египтяне получали сразу несколько урожаев в год, причем очень и очень богатых. Какие различия были в жизни состоятельных и бедных горожан? Бедные горожане жили в небольших домишках, буквально на 1, в лучшем случае 2 комнаты, одевались очень просто, буквально это была самая обычная юбка, причем что у мужчин, что у женщин, то есть просто заворачивали вокруг бедер кусок ткани, причем обычный, не беленый, вот и все. Обувь была очень и очень дорогой, поэтому, как правило, ходили босыми. Мебели у бедных практически никакой не было, так как древесины в Египте не было, и стоила обычная какая-нибудь доска, буквально на вес золота. У богатых, разумеется, мебель была. Была и более дорогая одежда. Питание у богатых тоже было намного лучше. Богатые могли позволить себе мясо. Почему в Древнем Египте большой ценностью считалась семья? Семья всегда считается большой ценностью в нормальных странах у нормальных народов. Семья из матери, отца и детей – это всегда большая ценность, потому что именно семья, она как бы является будущим, абсолютным будущим для народа, для государства. И забота о семье является очень важной задачей для государства. Ведь если не будет детей, не будет семей, то государство и народ попросту вымрет. Допускать этого, естественно, нельзя.